всем привет. Мы стоим, ждем посадки в Амстердам. Летим в Питер с пересадкой в Амстердаме. Время 7:20. Встали мы в 5:30. У нас с синяками. Ну, кофе выпил. У нас вон. Всего лишь ручная кладь. Матвей, чемодан, наш и рюкзак. Вот. Такой. Народу пипец. Что, он спит? Матвей, кстати, встал вообще нормально, как будто и по режиму. Матвей, передай привет. Кто? Кто? Ола. Там собачка такая. Короче, стоим в очереди. С ручной кладью надо было зарегистрироваться онлайн, а мы что-то затупили. Ну и меня онлайн не всегда хотят регистрировать. Я уже заляпала джинсы, еще не успев улететь. Амстердам. Матвей хочет свой чемодан на ленту поставить. Папа тут. Сюда, сюда, Матвей. Сюда. Да. Ты сам туда хочешь поехать? Он хочет поставить чемодан, Лёш, помоги ему взвесить. Помоги, чтобы он не поднимал тяжелый. Ну помоги, пожалуйста, ну тяжелый очень. Лёш, ну чтобы я не надрывалась, помоги, пожалуйста. Аккуратно, он может открыться. Цвейка. Ой. Но. Видишь, нарисован дядя и нельзя. Но. Ай-яй-яй. Раз уж у нас есть время. Покажу вам туалеты аэропортовские. Это вот для ребенка переодевалка, попу помыть. А, как-то так. Не понимаю, почему тут значок инвалидный. Вот тут можно набрать водичку, которая питьевая, бесплатная. Так, вот тут. Тут у нас туалет инвалидный для ребенка. Тут это убирают. Мужской и женский. Я туда не помещаюсь, поэтому я иду сюда. Так, тут кто-то не выключил воду. Видите, раковина какая должна быть. Чтобы коленки проходили. Ее еще можно вроде поднять. И главное. Блин, почему он все время засорен? Главное, зеркало можно вот так вот опускать, чтобы любой инвалид себя мог увидеть. Что мне делать? Пойти другой искать надо. Или тоже засорить. Мы заходим первые с приорити пассажирами. Вон два чувака, которые меня понесут, повезут. Вот наши билетики. У нас прикольно первые места. Один А, Б, С. Маленькая, возможно, пересадка будет, и поэтому можно и не получать быстро. Блин, ну я по-любому в туалет пойду. Они мне наклеили бирку опять до Питера сразу, а мне нужна коляска на пересадке в Амстердаме моя. Пойдем к папе. Пардон, пойду. Gracias. Может, ты меня будешь снимать? Мне неудобно одной рукой ехать.
Вика тут уже знает, куда идти сам. Матвей, ты знаешь дорогу? Суплар, суплар, говорит. Не говори, не действуй, как ты говоришь. Да. Вика. Снимать за? Дядя, пилот, иди вон, посмотри. Пилот, неси там, неси Амстердам. Си, перо. Акипидатинес, Санкт-Петербург. Вика, но, стой. Матвей, стой. Матвей. Давай сюда. Смотри. Иди помочь за? Ну, давай, я сейчас разберу ее. И как мне выключать? Да выключать. Надо все просто спинку опустить. Сними коляску, вот эти рамы, что они еще пока нормальные. Вдруг они опять ушатают. Сними вот здесь, видишь, что здесь вижу все нормально. Еще раз, да, подадим, если что. Скажи ему еще раз. Амстердам, Пуэдор и Кухер, си. Я на сосита дефира. Я вам что-нибудь приготовлю. Так. Макароны с фаршем. Будем сейчас отправлять вам посылки, кто победил в конкурсе. Собираем коробки. Вообще-то они должны быть красивые боксы. Что-то не очень красивые. Почему? Коробки, стандарт Почта России. Мы на Почте картонные. России собираем коробки. Экологически чистый материал. Наполняем подарками и отправляем вам. Так что, кто выиграл бокс, ждите. Я не знаю, сколько это займет времени Почта России. Вот такую вот вы коробочку получите. Почта России. Какое? На Почте России. Блин, это, по-моему, не влезет на нее. Все влезет, даже проверим. Да? Украину можно отправлять? Угу. Вот так ты делал их? Да. Все. Так, у меня адреса, да, вы писать? Подожди, а колбаса влезет сюда? Да, да, влезет. Ну, длинный. Так, где адреса-то? А сюда капсулы какие-то, на? Да. В каждую капсулу? По две штучки. Так, а что, а мужчина, мужчинам тоже подходит, рук? Да? Вот так? Не выиграли мужчины. Вот так? Ну, да, вот так. Нет. Все, нормально, одел. Да не ломаем так, да. Вот такая вот помадка и крем для рук. Ух ты. Здесь капсула. Что мне делать? Вот так вовнутрь? Собирать коробки. Давай, ты собираешь, даже складывай, а я пишу адрес на производство. Все, это комплект. Раз, два, три, четыре, пять, шесть наименований. Семь с капсулой. Раз, две капсулы должны быть. На раз. Капсула, ампула. Давай, я адрес пишу. 5-6. Где адрес писать? Сзади коробки. На. А как? Ну, Лёва. Ну, такая, показать тот комплект.
А, все, поняла. Да подожди ты. Да. Как ты ее собирать будешь? Закрывать или развалится? Нужен скотч, наверное? Нет. Ну, мы замотаем, да, возьмем скотч эту по-любому пленку надо. Полиэтиленовую. Так, адреса, блин, с ними бы не накосячить. Ну, я писал всегда адреса. Просто так много писать. 15, что ли? Вот эту траву, по-моему, можно не отправлять. Всем привет из солнечного Санкт-Петербурга. Мы находимся в самом центре на Невском проспекте. Погодка сегодня, вот. Я только покрасила волосы, мы пообедали. И решила немножко снять на память, чтобы в Испании скучать и смотреть эти видео. Давно Питер не радовал такой погодой. Но май самое время для прогулок, путешествий и... Так, что-то Лёша мне написал. Короче, я не могу ехать и снимать одной рукой, поэтому мне пришлось остановиться. И... Сейчас. Что он говорит? Это между Конечной площадью и Василия Островским навесом? Ты поняла, про какой я говорю? Вот где русский... Вот так вот помнишь, где этот? Мы твой день рождения отмечали? Смотри, как это называется улица? А, и вот она вот сюда выходит. Вот здесь где-то, да? Ему лучше не забрать. На Невском же нельзя, правильно? Да. Ой, ладно, на этом мои съемки закончатся. Из солнечного Санкт-Петербурга. Почему я в террасе не поснимала сторис? Точнее, влог.